Приветик! Очень давно не виделись, но сегодня я с крутым влогом. Вкратце, я поступила по академической мобильности в Польшу на семестр. И это влог про перелет Алматы, Франкфурт, Краков. Так что, let's go смотреть! Короче, всем привет, ребята! Я начинаю свой влог с аэропорта. Мы вылетаем в Краков сегодня в 2 ночи. Сейчас время где-то 10:30. Вот, меня пришли провожать мои подруги Аружан, Кара, Алина. Вот, с собой у меня вот такой багаж, типа ручная кладь. Короче, ощущение немного волнительное, очень боюсь. Надеюсь, ничего не забыла. 100 раз перепроверила, естественно. Короче, людей тоже хватает. Мы стоим возле, короче, таможенного контроля, как раз там будем проходить. Сейчас я еще не одна лечу, поэтому мы будем ждать вторую девочку. И потом будем все это проходить. У нас впереди еще примерно 3-4 часа есть. Вот, в общем. Короче, я думаю, меня будут провожать 3 подруги. В итоге мне, короче, капец пранк сделали, устроили сюрприз. И, короче, вот. Ну, так приятно. Этот мир мне абсолютно безразличен. Я буду считать тогда. Мы уже подходим, тут столько иностранцев. Себя тоже покажу. Людей, в принципе, нормально. А иногда бывает больше, по идее. Капец. Вообще прям такие эмоции. В общем, я прошла через паспортный контроль. Вот стою, билеты жду сейчас Аяну. И проходим вот туда. Короче, прошли паспортный контроль, и вот зал ожидания. Все, наконец-то. Тоже всякие магазинчики есть, люди сидят, duty free, кстати. Куча всего есть, по идее. И все в еврох, кажется, написано. Вот, например, M&M's. Сразу покажите по цены. Kinder. Вау, большие чупа-чупсики. Тик-так. Прикольно. Такой 12 евро стоит. Это примерно 6 тысяч. Всякие там вначале было. Косметика, кстати. Ментос. Такие вот всякие. И большие. Вот еще Селина. Тут прям все есть. Тут, кстати, видишь, все в евро, да? Серьезно? Вот так вот. Тут время 2:16. 2:10 мы должны были тоже вот так, то есть вообще полететь. А у нас какая-то задержка, на табло написано, что гейт закрыт. И другие люди входят на другой рейс. Короче, вот так вот что-то не то происходит уже. Наш первый рейс. Вроде как идем. Смотрите, друзья. Мы идем туда. Мы, короче, зашли. Вот так выглядит самолетик. Сейчас полностью попытаюсь взять, в общем. Это немецкий самолет. Вот, наши места примерно вот эти. Здесь у каждого такой примерно пледик, типа. Впереди есть что-то, экранчик. Снова плохо реагирует, ладно. Короче, вот, вот так вот. Люди уже тоже расставятся, вот так вот. Für Start und Landung schalten Sie Geräte mit Sendefunktion entweder in den Flugmodus oder vollständig aus. Die
джем, наверное. Короче, это омлет, картофель и грибы, и перчик, кажется. Пахнет вкусно и свежо. Еще принесли молоко и кофе, оно прям кофе капец пахнет. Осталось 19 минут написано, 122 километра осталось. Сейчас 10:30 утра у нас по местному времени в Германии. Вот я недавно были, у нас 4, ну, после обеда 4. И, короче, мы сходили, много времени есть, и начал выявлять. Мы прошли вот такую проверку, достаточно крупная, чем в Алмате. Я так сказала, потому что меня там общупали, проверили мою обувь, на сканере заставили снять обувь. Также проходили через еще один сканер, где нужно было принимать специальную позу. Короче, мы успешно прошли проверку безопасности, и нас сразу встречает duty free. Тут есть даже Michael Kors. Вот на примере такой сумочки, например, она стоит 120 тысяч. Вот такая сумочка, 85. Как вам по ценам? Если посмотреть на табло, вот наше, Краков, 15:55, гейт вот А22, walk time, 6 минут, короче, идти до него, он, короче, в ту сторону, около 6 минут, примерно, это об этом. Покажу в целом зал, в котором мы сидим, вот после duty free вышли, короче, я не могу сейчас не устать, хочется спать. Скоро приедем уже, где-то 6 вечера, там по местному времени, то есть 5:30 почти, если без задержек, без опоздания, в общем, мы будем там. Поведали, кстати, в Маке, я вроде не снимала. Здесь нам раздали водичку и такую шоколадку.
дальше я уже не снимала, потому что, во-первых, я была очень уставшая, во-вторых, мы сразу же поехали на квартиру составлять договор аренды. Сразу на следующий день у нас уже был integration day для exchange students. Я уже тоже засняла влог, скоро, надеюсь, закину его на YouTube тоже, сразу же за этим видео, так что следите за моим YouTube-каналом. Все буду по мере возможности как можно скорее закидывать. А здесь я засняла вид с нашего балкона квартиры. Если вы хотите полный хаус-тур, пишите в комментариях, а также пишите свои идеи, что снять здесь, в Польше. А с вами была Нургулёк. Спасибо за ваши лайки и спасибо, что посмотрели это видео. Всех люблю!